Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы заканчиваем на некоторое время, во всяком случае, играть в Starbound, потому что контент тут уже, по сути, весь исследован, изучен. Ну, не весь, но, скажем так, общая, большая его часть. Что у нас осталось? У нас осталось пару квестов. Тут надо принести рыбу, тут кость сделать. Здесь принести глобус, здесь крылья скрафтить. Сейчас мы все это сделаем. Посмотрим на колонию. Колонию я решил делать с нуля новую. На той колонии я потренировался, в принципе, первый раз. И как-то не очень она выглядит. Как, не так, как я планировал ее сделать. Поэтому я буду ее перестраивать. Но это все позже. И на корабле пока не определился, что я хочу сделать на самом деле. Посмотрим, что у нас грядущее там дополнение добавит. И как это все можно будет между собой увязать. Вот они, крылья. Эй, давайте изучим. Я эту всю фигню забыл, да, сбагрить. Ну окей, руда, тому подобное. Нам нужна рыба. Куда я рыбу ложил? Помню, что была рыба. Кость, по-моему, нужна. И рыба. Явно не здесь. Может, здесь? Рыбка. Так, тут у нас костюмы. А, вот рыба, да? Так, хорошо. Глобус. Глобус. У меня он где-то был. Я же где-то находил глобус, правильно? Либо я его уже установить успел, либо он здесь где-то и есть. Глобус с деревни Глич или что-то типа того, название у него. Надо посмотреть на базе, на своей. Может быть, я его уже где-то приспособил. Тот глобус. Это я мог в легкую провернуть успеть. Всякие шкуры. Тому подобное. Ладно, глобус мы сейчас взглянем. Пока давайте квесты сдадим. Здесь я нигде не размещал никакие глобусы. Вроде нет. Давайте те, что есть, квесты сдадим быстренько. А, крылья скрафтим. Ну, сейчас сдадим квесты, продадим там разного. И посмотрим, в общем, что еще сможем сделать. Так. По квестам. Кто у нас? Пингвиненок? Что, это рыба не считается, не? Что-то там надо все-таки. А, приготовить или что? Так, фиш у нас тут. Есть какой-нибудь рецепт с рыбой? Ладно, пока продадим семян. У меня семян вагон. Вот это. Так, ну это инструменты какие-то. Вручные 53 дамага. Вот это продадим. Это надо потестить. Хе, клоунский нос. Да. Что может быть лучше? Выкинуть вообще. Что это за фигня у нас? Просто бьет в землю. Прикольно. Прикольно смотрится. Так, апгрейд модуль, спасибо. И что еще? Что ты хочешь? Так. И с рыбой теперь я немножко в непонятках. Я ожидал, что просто рыбу и все как бы. Давайте заглянем на колонию. Такое ощущение, что я где-то поставил уже этот глобус. Могло быть такое?
Ищем глобус. Тут они готовы чего-то мне преподнести. Но нет. Я хочу глобус. Который я тут не наблюдаю пока что. Че, неужто я не это... Не брал сюда глобус. Так, торгаш. Не хочет торговать. Фиг с тобой. Ну, во всяком случае, я здесь не наблюдаю никакого глобуса. А, вот он. Все. Я прозрел. Давайте сразу крылья замутим. Где-то в крафтовом столе не должны быть крылышки. Так, интересно только, тут ли? По-хорошему тут. Где им еще быть? Вот, пейпер. Бумага нужна. По идее, не вопрос. Так. Где там эти крылья? Вот они. Крафтим. Их тоже отдать нужно. Че, рыбу будем ловить, наверное, в океане опять-таки. Хорошо. Ладненько. Ты что у нас хочешь? Плиз, тыки. Блин. Если я ничего не путаю. То, может, и путаю. Ну окей. Пока что то, что есть, выполним. Там разберемся. Так, что у нас тут? Ага. Допустим. Ты у нас тоже все окей. Так, остался ты. И ты. Остальные квесты сделаны. Это два последних квеста. Ну и да, это не так, чтобы... Дико увлекательные квесты в стиле «все принеси, подай». Зачем? Да, не надо, неизвестно. Просто принеси. Ну, как бы известно, но такая мотивация слабая. Это же все-таки космос, должно какое-то космическое действие твориться-то. Какие-нибудь атаки пиратские там и все в этом духе. Пока что мы тут этого не наблюдаем. Так, ладно. Надо рыбу тогда ловить. Что еще делать? Полетим на планету, где это мы сможем сделать. И да, кстати, может быть, рыбу банально надо приготовить? Что у нас тут пишут? Да, приготовить рыбу. А тут... Блюпринт, это, наверное... Там-там-там... А, вот, конуру сделать. Точно. Хорошо, сейчас мы этим тоже всем займемся. Тут бумага лишняя. Так, вот это вот высоконанотехнологичная готовка... Где-то моя рыба. Да, вот она, готовая рыба. Отлично. И конуру. Давайте сделаем. Да спустись-то. Оп. Пам-пам-пам-пам. Где только эта конура? Где-то же тут должна быть. Скорее всего, как крылья где-то внизу или около того. Ау. Так, это вот крыльям. Я их еще могу сделать. Давайте сделаем. Может, я ходить смогу? Парить. Так, конура, конура. Давайте попробуем крылья померить пока что. О, да! Хе-хе. А толку от них? Так, я это в декоративный слот разместил. Можно вот так вот. О, ну,
По-моему, никакого толка. Ну, чисто визуально. Ужас, летящий на крыльях ночи. Ладненько. Конура. Так, может, тебя так можно сейчас крафтить? Как она зовется? Так, тебе рыбу, понятно. Блюпринт, бам-бам-бам. Ага. Ага. Так, то. А вот она. Конура. И чё, и всё? Давайте попробуем сдать то, что получилось. Ну вот, пингвинёнок откушал того, чего нужно. И да, конура. Ну и все получается. Тут квесты остались, которые дают поселенцы периодически. Но, как я говорил, они не настолько интересны, чтобы их все проходить. Были бы они прикольные, там какие-нибудь разветвленные, то да. Пока что они ни о чем. Они как бы есть и только. Транспорта опять же ограниченное количество. Тут пингвин чего-то чинит, и оно в дальнейшем, видать, чем-то будет. Ну, надеюсь, что-то интересное. Ну и все, пожалуй, да? У нас получается полностью выполнены все квесты. Можно просто летать, конечно, изучать мир, находить что-то. Но по факту у нас броня уже лучше нету. Можно только какие-нибудь красивости, украшения находить. Хочется вот именно, чтобы квесты были разной сложности. Причем они еще, знаете, как рандомно генерировались и, допустим, по сложности как-то ранжировались. То есть, чтобы мог выпасть вообще там какой-нибудь жесткий, сложный квест. И чтобы вот некоторые квесты были отдельные локации. Тебя там надо прийти куда-нибудь на какую-нибудь планету. А на планетах сделать какие-нибудь поселения. Ну, больше поселения или там какие-нибудь станции космических. Там приходишь и какая-нибудь фигня там происходит. А тебя там закрывают внутри, ну типа данжа. Вот что-то такого хочется. Либо там закидывают и на выживание на тебя прут враги. Можно же развернуться, в принципе, и много чего придумать. Надеюсь, разработчики все это доработают. Так, это вот это техномагическая вот эта броня, она не очень удобная в использовании, к сожалению. Но в целом все прикольно. Ну давайте еще на колонию спустимся. Колония, конечно, далеко-далеко еще, далека от идеала, вот прямо скажем. Ну, как я уже сказал, убился, молодца. Как я уже сказал, на этой планете мне эта колония не очень-то нравится. Здесь я просто тестил, как оно все делается. Теперь, зная это, можно создавать что-то более интересное. Но, опять же, должна быть мотивация. Для чего создать более красивую колонию, да, вот заморочиться? А по факту, если тут заняться будет нечем. Сейчас, конечно, там можно чем-то позаниматься, побегать, как я уже говорил. Но, опять же, ради чего? То есть, нужен какой-то контент. High-end, high-level, да? Контент. И вообще, я бы поднял сложность игры в целом. Потому что сложности игре не хватает. Вот тут тоже есть такая проблемка. Ну, относительно проблема, конечно. А давайте пока на этой фигне поиграем. Так, гармошка. Все, что ли, да? А, ее надо, видать, выносить. Чтобы она прям играла вот сюда. Тогда можно воспользоваться. Наверное, нормально. Да, так можно неплохо так музицировать. А давайте-ка помузицируем на разных игровых инструментах. А, я прям могу бежать и музицировать. Ух ты. Это все тлен. Сейчас вот забацаем. Ну-ка.
Да, это... Это круто. Ну, в целом, смотрите, какой корабль огроменный. В целом, как я уже говорил неоднократно, у игры просто огромнейший потенциал. Я надеюсь, разработчики четко представляют, к чему они двигаются. И чего... И что они хотят в конечном итоге получить. Вон, здесь тоже увеличилась комната. Ну-ка, на этой гитаре забабахаем соло. Я гитары так-то и не тестил. Почему-то. Ну, а, допустим, тебя. Ну? Что-то как-то... Ну-ка, пиано. Ну, остальное тестил. Это, по-моему, отсюда музыка и есть. Из игры. Возможно, стоит ввести какую-то еще броню всякую уникальную. Вот, помимо той, что крафтится, да? Именно броню, которую можно найти, собрать. И она должна доставаться именно... Тоже не просто. Не просто, чтобы ее можно было достать. А приложить какие-то определенные усилия для этого. Потому что игра, собственно, перестает вас мотивировать в нее играть. И вот это плохо. Нафиг тут вот такой заход сюда. Здесь можно какой-нибудь портал ставить тоже зачем-нибудь. Туда вниз прям дорога. Да, тут прям жесть. Конечно, место тут развернуться, еще можно прям обустроиться. Сам не балуйся. И я не хочу пока что это все застраивать, потому что место дофигища. По той простой причине, что, опять же, ждем контент. Ждем, что разработчики добавят, там какие-то окаменелости, еще что-то должны добавить. Что это изменит, увидим, думаю, в дальнейшем и уже скоро относительно. Хотя, зная, как разработчики работают над этой игрой, то не факт совсем. Ну, на этом уже тогда все. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся уже в следующих обновлениях. Всем всего хорошего. Пока-пока.